предыдущих выпусках своего видеоблога, посвященного юбилею теории относительности, я обещал рассказать о бестопливных генераторах. Благо, за последние два года я написал десятки статей на эту тему. И вот это свое обещание сегодня выполняю. Бестопливные генераторы, а точнее устройства, работающие на свободной, так называемой экзотической энергии, давно стали технологической фатаморганой. Многие слышали о них, но мало кому удалось увидеть их или потрогать руками. Благодаря Николаю Тесле вокруг этих устройств возникла легенда. О нефтегазовой мафии пришлось приложить огромные усилия, чтобы закрыть эти технологии и направить развитие цивилизации в выгодное для себя русло. Целое столетие изобретатели и энтузиасты фактически работали в подполье на свои скромные средства, создавая удивительные устройства, работающие вопреки известным тогда законам физики. Таких машин были созданы сотни. Некоторые успешно работали годами, но, к сожалению, имена их создателей сегодня практически забыты. Многие талантливые изобретатели и ученые и вовсе поплатились жизнью за свои несвоевременные творения. Шаубергер, Стэнли Мейер, Стефан Маринов, многие другие, все они казались ненужны глобальной нефтегазовой мафии. Как следствие, начался технологический застой, который, как фиговым листком, прикрыли мобильными телефонами. Возник дурацкий и подлый миф о том, что наука якобы знает все на свете, а технологии развиваются семимильными шагами. Конечно, это все неправда. Мы как отапливали свое жилье газом 60 лет назад, так и отапливаем. Как летали на одних и тех же самолетах 60 лет назад, так и летаем. Ничего принципиально нового ни в энергетике, ни в транспорте не появилось. И вот, посреди всего этого сияющего застоя, в мае 2015 года взрывом бомбы прозвучало сообщение о том, что немецкая фирма Roche запустила выпуск бестопливных генераторов, первых в мире, причем еще удивительно напоминающих классический вечный двигатель. Это была сенсация. Надо отдать должное немцам. Они не только проявили недюжную смелость, запустив выпуск совершенно немыслимой в наше время энергетической техники, причем на высоком инженерном уровне, но еще организовали публичную демонстрацию. Немцы даже пригласили создателя международной сети сторонников альтернативной энергетики Алана Стирлинга. Ради него генератор разобрали, чтобы даже скептики могли убедиться, что в нем нет никаких скрытых аккумуляторов, тайных проводов и все честно. Фирма Roche даже публиковала разъяснение работы своих генераторов. Но, к сожалению, вопросов и загадок меньше не стало, поскольку частью своих узлов они засекретили. Откуда в таких устройствах берется дополнительная энергия, до сих пор остается неясным. Я провел изыскание в патентном ведомстве США. Выяснилась одна неожиданная вещь. Оказывается, что начиная с 1885 года подобных устройств было зарегистрировано около 20. И все они удивительно напоминают классические вечные двигатели. Их изобретатели всегда давали противоречивое, путанное, а часто и откровенно ложное объяснение работы этих устройств. Некоторые просто уклонились от объяснений, заявляя, что они содержат секретные, защищенные патентами узлы. Скептики могут говорить все что угодно, но лично у меня никаких сомнений в работоспособности генератора фирмы Roche не осталось. В 2014 году весной немецкий журнал Net вышел со статьей, который описал 6 прототипов генераторов фирмы Roche от разных разработчиков. Подобные установки создавались и на постсоветском пространстве. Например, они были описаны в книге Потапова «Энергия вихря». Известен генератор азербайджанца Саяда Мамадова, патенты Маркелова и Бачевича. Что интересно, эти генераторы могут давать довольно большие объемы энергии. Например, еще в 2011 году австралийский изобретатель и бизнесмен Джеймс Куок предложил властям Австралии проект генератора мощностью в 1 тераватт. Я подчеркиваю, тераватт. Австралийские власти провели техническую экспертизу разработанного Куоком генератора.
В официальном отчете эксперта Уэйна Ноланда говорилось, что хотя он поначалу отнесся с предубеждением к этому устройству, прекрасно зная все его спорности, но ознакомление с закрытой информацией, полученной от изобретателя, позволило ему вынести положительный вердикт. Это устройство работоспособно и технически воспроизводимо, генерируя на 30% больше энергии, чем потребляет. Один момент я хочу подчеркнуть особо. Генератор фирмы Roche раз в 10 более эффективен, чем генератор фирмы Гидро Плюс. И генерирует энергию примерно в 30 раз больше, чем потребляет. Сомнений в его работоспособности нет никаких. Непонятно другое. Почему эта штука нарушает закон сохранения энергии? Летом 2015 года, наконец, поступили некоторые разъяснения и от ученых. Американский ученый-диссидент, физик Влади Дравкин опубликовал на своем сайте статью, в которой в куче формул промелькнула гипотеза, что подлинный источник энергии в таких генераторах – это мировой эфир. Причем энергию из него удается получать в ходе фазовых переходов на границы сред. Интересно то, что Травкин хорошо знаком с работами российских физиков, упоминая имена Шипова и Филиппа Конарева. Несмотря на обилие формул, в статье Травкина не содержатся конкретные гипотезы. Много ли мы знаем о свойствах воды? Даже такая, казалось бы, простая штука, как гидростатический парадокс, открытый Блезом Паскалем, штука отнюдь не умозрительная. А решение уравнений Навье-Стокса, описывающих динамику жидкости, это вообще великая загадка математики. Вода – это ведь реальная, а не идеальная жидкость. Тысячи лет носы у кораблей были остроносами. Но в 1910 году внезапно выяснилось, что тупой нос, так называемый бульб, может сэкономить до 15% топлива. А к такой штуке, как профиль крыла, вообще пришли путем проб и ошибок, причем на протяжении целого столетия. Собственно, почти всю свою историю человечество постигало истину через эксперимент, практически опыт, а не через теорию. И только последнее столетие нам настолько закомпостировали мозги, что мы стали больше доверять теории, а не практике. Но если теория что-то не может объяснить, то тем хуже для нее вообще-то. Специалисты знают, что есть целый ряд парадоксов энергии. Например, мощность взрыва царь-бомбы, взорванной Хрущевым в 1961 году, оказалась намного больше расчетной, из-за чего чуть не погиб экипаж сбросившего ее самолета. А комета Шумейкера-Леви, столкнувшаяся в 1994 году с Юпитером, рванула в 20 миллионов раз сильнее хрущевской царь-бомбы. Откуда там взялась такая сумасшедшая энергия, вообще непонятно, что изрядно напугало астрономов. Есть масса парадоксов в гидравлике, есть масса загадочных явлений, которые отнюдь не входят в школьную программу. Поэтому рассуждать о работоспособности или неработоспособности генератора фирмы Roche с позиции школьника, но это, мягко говоря, не солидно. Таким образом, то, что происходит при движении пузырей воздуха в воде, требует дотошного научного изучения. И вот так вот сходу заявить, что там ничего не происходит, это может только самовлюбленный невежа. Пора подвести итог. В 2015 году произошло событие поистине исторической значимости. На мировом рынке появились генераторы, работающие на экзотической энергии, ничего не сжигающие и дающие экологически чистую энергию 24 часа в сутки. Это реально работающие устройства. Проблема с ними одна, и это проблема психологическая. Нам трудно отказаться от своего упрощенного представления о мире. Трудно отказаться от той злой сказки, в которой мы живем. Плохая новость в том, что этим генераторам очень трудно пробить себе дорогу. Власть имущим внедрять их не надо, они так себя прекрасно чувствуют, сидя на нефти и газе. А рядовым бизнесменам очень трудно признать, что они чего-то не понимают
в этом мире. Трудно изменить свои привычки. И все же лед тронулся. На подходе генератор, работающий на холодном термояде, и на других, не менее интересных и экзотических принципах. Непонимание принципа работы генераторов РОШ, весь этот хайп, возникший вокруг них, связан с одним очень распространенным, глубоко въевшимся в мозги заблуждением. Почему-то принято думать, что для того, чтобы сжать 1 литр воздуха и запустить его в бак, затем Архимедовой силы произойдет работу, что эти энергии равны, что вот так вот себя и проявляет закон сохранения энергии. Но это представление совершенно неправильное. Что находится у меня в руках? У меня в руках две емкости одинакового объема. Здесь пол-литра воды, здесь пол-литра воздуха. Примерно так и рассуждают критики Рошевского генератора. Но это представление неправильно. Здесь у меня находится не пол-литра воды, а примерно 500 граммов. Поскольку вещество измеряется не объемами, вещество измеряется килограммом. В этой банке находится не пол-литра воздуха, а примерно 0,6 грамма, поскольку воздух 820 раз менее плотный, чем вода. Таким образом, впрыскивая, сжимая 0,6 грамма и впрыскивая сосуд с водой, мы вызываем в жизни Архимедовую силу пропорционально 500 граммам вытесной воды. Таким образом, выигрыш получается примерно 820 раз. 30-кратная эффективность генератора РОШ таким образом совершенно не удивительна. В принципе, мог бы давать и в 10 раз больше энергии. Но очень много ее тратится при сжатии воздуха, цепных передачах и так далее. Разгадка, как вы видите, на удивление проста. И масса людей поняла эти вещи. Так почему же их не запустили в производство раньше, эти вот удивительные энергетические рычаги, чем является этот, собственно, генератор? Я думаю, потому что просто не было заказа. Были совершенно другие источники энергии, были нефть и газ, потом появилась ядерная энергия, и потребность такого рода генератора была совершенно не нужна, она фактически отпала. И лишь недавно, когда начались поиски так называемой зеленой энергии, она возникла вновь. С новой силой.